Позади шумная праздничная ночь, которую Брест, его жители и гости ждали с нетерпением. Впереди рабочие будни, которые вскоре сменятся рождественскими праздниками. Однако только для тех, кто первые будни 2018-го провел благополучно. В течение первых суток наступившего года сотрудниками милиции было раскрыто 5 краж. За распитие спиртных напитков в общественных местах задержаны 36 человек, 12 за мелкое хулиганство. 9 водителей отличились управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Буквально за 3 дня на территории Брестской области было задержано 21 человек за управление в нетрезвом состоянии. Это говорит о том, что, к сожалению, граждане потеряли контроль, злоупотребление алкоголем привело к тому, что вот такая ситуация сложилась на территории Брестской области. Граждане, к сожалению, злоупотребляли спиртными напитками, нарушали общественный порядок, чаще всего обращались в милицию за помощью обуздать хулиганов, которые нарушали общественный порядок с помощью петард, пиротехники. Все-таки в новогоднюю ночь мы ограничивались предупредительными профилактическими беседами, однако в течение других дежурных суток уже сотрудники милиции реагировали и привлекали к ответственности таких хулиганов. Без малого 34 тысячи гостей и жителей Брещины приняли участие в народных гуляниях. Количество вызовов в праздничную ночь достигло 198 звонков. Далеко не для всех новогодняя ночь прошла спокойно, а за праздничные дни только в Брестскую городскую больницу скорой медицинской помощи поступило 12 человек с диагнозом тяжелая алкогольная интоксикация или по-другому алкогольная кома. Они поступали в состоянии комы. То есть, это можно по-другому назвать, злоупотребление алкоголем. Небольшое увеличение обращаемости травмопункт по поводу различных травм, ушибов. За сутки 31-го обратилось 54 человека, а за сутки 1 числа 70 человек. Ну, это как обычно, на праздники приходит небольшое увеличение. Не только медикам пришлось провести праздники в штатном режиме. Сотрудники МЧС также занимались своей будничной работой. В новогоднюю ночь на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара, в результате которых повреждены строения и погиб 1 человек. В 0:34 1 января барановичским спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Подгорная. В результате этого происшествия в огне погиб хозяин жилого дома, мужчина 1972 года рождения. По предварительной информации, причина пожара – неосторожность мужчины с огнем при курении. Второй пожар произошел в деревне Бытине Вацевического района, в результате которого, к счастью, никто не пострадал. Также накануне Нового года работники службы дня и ночи спасли 2 жителей города Иваново. 31 декабря и 1 января на территории Брестской области зарегистрировано 7 случаев обращения граждан за медицинскую помощь в учреждении здравоохранения из-за травм, полученных в результате применения пиротехнических средств, а именно запуска петард. В 4 случаях людям потребовалась госпитализация. 2 из пострадавших – это дети, мальчики 2004 и 2006 года рождения, оба брещане. Виктория Сащенко, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, телекомпания БукТВ.